Привет! Эта катка обязана быть на канале и должна быть просмотрена тобой. Почему? Да сейчас расскажу. Это моя лучшая игра за все, наверное, мое время, проведенное в Warface. Она самая эмоциональная, она самая продуктивная. Плюс я в ней был координатором и читал противника. Не всегда, конечно, но все же. Плюс наша команда работала как часы. То есть 4 причины, по которым ты обязан посмотреть эту катку. Я из нее не вырезал ничего вообще абсолютно. Ни одного слова. И сейчас запущена премьера, и вместе с вами я ее тоже буду сидеть и пересматривать. Потому что я ее буду пересматривать, наверное, раза 4. Но это уж точно не меньше. Огромное вам всем спасибо за оставленные ваши лайки и комментарии. И, кстати, сейчас что-то просмотры подупали, поэтому надо прожать и маленечко поактивнее быть. Ну, это я вас так просто прошу. За что я буду вам еще раз, конечно же, благодарен. Давай, в общем, устраивайся поудобнее и приятного просмотра. Обязательно посмотри видос полностью. Знакомьтесь, это новичок Костя. Он не знал про крутые плюшки при старте игры. И сейчас ему приходится потеть со стандартным оружием, чтобы делать каждый фраг. А это новичок Костелло. Он знал про крутые бонусы при старте. И сейчас играет, совсем не напрягаясь. Алло, Мишень. Да не, я позже буду. Быть как Костелло ты можешь с легкостью. Перейдя по первой ссылке в описании, ты можешь прокрутить рулетку магма. Ну и прямо на этой же промо-странице можешь зарегистрировать аккаунт. Ну а дальше просто заходишь в игру, создаешь персонажа, пробегаешь быстренько обучение, и ты имеешь целый комплект магма-пушек на каждый из классов, а также не самую плохую броню. А VIP-статус можешь получить, пройдя всякие тесты на официальном сайте игры. Ссылки на них я оставлю в описании. Да, это уже посерьезнее будет. Ну похуй, не ссыте просто. Ракуха, не теряйся, пожалуйста. А мысли маленечко шире. Да ж похуй, если это пролига была. Сейчас мы, знаете, что делаем? Муник у нас идет наверх двойки, сидит, пердит там. Мы идем под двойку. Нет, мы идем под двойку. Мы идем под двойку. Уник наверх двойки залазит. Там два медика. Ракутагин, себя дым наверх. Добро. Два медика, ну это пиздец, реально. Надеюсь, получится. Сейчас попробуем. Как раз выясним, даю я его или нет. Серега, через верх с центра прям ебанина и вниз дым любой. Просто через этот верх. Ну я даже вроде на перемычку попал. Кидаю гранату. Так, вроде дал. У меня нет упор. Молодцы. Лучше. Заходите да, дальше, дальше заходите. Авик, скорее всего, за ящиком. Респуха я дал. Респа есть, да? Ставь пачку. 5 секунд, 5 секунд. Ты не слышишь, ты? Да. Нет. Мы уничтожили отряд врага. Ой, а что он там делал? Я испугался, он реакцию убил. Так. Установить. Мне скажите, я дым нормально дал тогда? Да, да. Отлично. Все, куда кого? Думаю. Уник, давай ты вверх двойки посиди, поперди, но не выходи, мы идем центр вверх. Добро. Подвал чекнуть, нет? Нет, не пикай подвал. Останьтесь с кем-нибудь на инженерии, я залетел, я первый залетаю. Давай. Никого нет. Иду, смотри. Все, сидим, пердим, Костя убивает. Костя, ищи меня. На единицы слышу их. Я попробую, попробуйте парню. Уник, пока сидишь, ты наш козы. Уник, выйди, убей его. Уник, выйди, убей его. Ждем ракеты. Граната! Ты не должен выпрыгивать был. Кидаю гранату. А, ну тут надо было сказать, что дым, подождите. Я сказал. Я не знаю, что делать. Пошли единицу выйдем. Пошли единицу выйдем. Респу, выходите в центр. А, плунту, плунту есть. За плунтом слева заходит. Мы проиграли раунд. Так, окей, окей, окей. Взорвите один из объектов противника. Давай подвал чек новика убью. Давай попробуй. Ну их с нами тогда под единицу. Можешь наверх, наверх залезть? Да, можешь наверх залезть, в теории. Спину нам будешь закрывать. Чем один, да? Сейчас Авика попробуй там убить, если убьет. Круто. Не, пусто. Если один просто убьем. Задымите нахуй, креску или ищи, не знаю. Я задымлю. Осторожно, граната! Респу отдымили. Плантун нет, скорее всего. Да. Что это за граната?
Даю хае, аккуратно. Ну то нету никого. Респаун ВП. Граната! Бля, они просто заходят, взрывают, они заходят, заходят. Резаю! Квадрат. Хорош. Еще дерево кость. Дерево, дерево. Зеленка и кумба. Ты же пробуй убивать дерево. Дерево двое. Долго. Отряд разбит. Мы проиграли. Так, окей, ладно. Взорвите один из объектов. Даем двоечку опять, так же вверх уник. Мне, наверное, вместе с уником на второй этаж нужно лететь. Нет, нет. Нет? Mm. Как знаешь. Так, что делать? Как поступаем? Я сказал, что ты наверх двойку. Мой двойку низом. Рокутагин смог наверх. Смотри, да, лево ему прикрывайте, пока он смог кидает, его там поджать могут. Я смотрю. Дал. Граната! Грант, дадим. Грант, да. Вверх есть, Рокутагин с лаком не попал. Вверх один спрыгнул, на баночка. Вы два в три. Они без меду. Тихо. Хорош, вы два в два. Фа, где они? Тут справа же есть булвар. Подожди, 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 подожди. Хорош. Аккуратно, авик остался. Блять! У тебя сзади. Теплица он. Можно бомжануть дробик, слышишь? Дробик, бомжани сзади. Пусть разыгрывает. Вон на узкой, если что. Смотрит пиксель, скорее всего. Смотри, будет с холодоса прыгать, скорее всего. Попробуй тебя убивать. Зачем бросил? Справа заходит. Ставь, ставь. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу смешной команду. Просто в спину. Блять, надо было следом не поднимать нахуй. Пошли один пробовать обычно. Сбросил. Че? Зря ВП сбросил, купил бы Савика, скорее всего. Я думал, ты просто поставишь с первого раза и будешь в плоту закрытую играть. Да. Пошли, то один-один. Вверх есть. Но он дугу не задымите, ребят. Меня убьют, если чё, блядь. Не-не-не, серьезно. Я помогу. Близко. Спину забрал. Нет, смог, дайте нахуй. Есть, есть, точно. Пошли двойку. Бомба потеряна. Надо прикрыть, пока я ухожу. Давай. Давай, крою. Я пошел. Пошли резко, резко, заходите. Смог дал. Мне кажется, пункту принимать. За пунктом, скорее всего. Не врегало. Хорош. Квадрат, кривой дым. Понял. Чуть ниже надо. Нам нужно прям наводиться на стык. Грену дал. Бля! Спокойно, спокойно. Не смотри. Молодцы, я вами горжусь. Так же, давайте. Так, смотри, сет наверх. Костя на один. Я с Серегой на два. Рокутагин тоже на один. В закрытую что, играйте. Единичку занять? Понял. Нет, играйте вся единицу. Все единицу играйте. Пикуль на центре вверху. Вот так. Раунд начался. Двойку не слышу. Один. Возьми лучше мне. Вверх. Возьми вверх, цистерну. Да. Мортит, okay. Возьми лучше мне цистерну. Я тут смотрю. Да, много хэй было. Это вверх нахуй, я прям слышу. Ну еще, ладно, посидят тут. Николай, открываешься, когда я стрелять начну? Прям выходишь, заранее зажимаешь нахуй. Топает, топает, может двойка прыгать будет. Может в один. Пойдут. Это два! Один кидают.
Мина, возможно, сверху пойдет. Блять, ну я там убил медика. Может, прими, пожалуйста. Еще. Гранты ДП туда. Где люди? Зашли. Все на дерево трое. План. Граната пошла. Лучше. Не спеши. Плумбы дави. За цистерной. За цистерной. Может резать? Резать кого-то. Меня попробуй, прикрой, блядь, прикрой его. Плохо. Нет, справа. Плохо, не справа. Резай правого, резай. Пусть что-нибудь делает там. Не спешит. Что-нибудь, отожми. Должно быть. Ебать, еще прошел. Ай-яй-яй. Хороший. Команда врага уничтожена. Можем, конечно. Защитите стратегические объекты. Так, кого куда? Окей, тогда вы будете давать подсад нам. Мы с тобой будем наверх ходить. В следующий раунд смотри, вы будете стакать единицу, мы с Костей наверх будем ходить. Ты пропадаешь. Я говорю, следующий раунд, когда у нас Пикуль берет инженера, мы идем с Костей на двойку, а вы на единицу все. Двойку не слышу. Вы зря в пункте стоите, взорвут. Они прокидывали план в прошлый раз, вообще нихуя. Двойка вверх слышу. Вверх единица, авик. Ну и право-лево сидят на верхах. Не спешите, да. Серега. Окей. Авика наверху единицу убил. Попробую не отдать. Тихо. Чем резать будут? Прокинул. Ну отпустили. У меня вверх двойки также есть по-прежнему. У них инфа есть, что мы втроем путь, они возможно сейчас двойку съебут и к вам. Тихо. Да. Ну может файк будет. Подождите. Тихо. Пусть ликвар посмотрит. За холодос хае! У меня нет хае. У Серёги тоже нет. Нет, холодильник закидываю. Да. Откуда? Медик фуловый, блядь, не ваншот, ну как? Они заходят. План ставится, Серёж, зайди убей. Хорош! Холодос! Один в один. Перезарядись. Туши нахуй. Хорош! Ой, красава, Серега. Люблю тебя. Спасибо. Бля, я так обидно не ваншотнул меда, который проезжал просто. Они очень сильно на фронт играют, и все там вообще не выступит. Ну так просто, видишь, у нас... Я забыл, что мы стакаем, честно. Вы единицу стакаете, мы спекулем на двойке. Пикуль, играй за плантом. Да, я понял, сейчас мину воркну. Ты пока мину... Чей дым? Не, нормально. Заходи. Пошли резко. Бомба, прокиньте хай, и квадрат мой. Цистерна, гранат. Нычка. Лучше, Морти, давай. Хорош, блядь. Я начал стрелять, блядь. Все, играй уверенно и все. Все, кого? Так же все делаем. Так же делаем. Пикуль, сейчас знаешь, что сделаем с тобой? Я сейчас дам дым под теплицу, ты мне узкую посмотри. И отойдешь потом к ленту, а я залезу на их вверх. Вправо посмотри мне. Да. Все, уходи. Вверх у меня идут. Один вверх, единица. У меня идут. Прокинул. А откуда они знали, что я тут? Вверх, единица опять убил. По дыму там поняли. Медик. Это двойка будет, ребят, скорее всего. Это двойка будет. Ну мы сначала отпускаем на веки, там вариантов нет. Стой, типа, стой. Да, двойка, раскидываю двойку. Закидывайте за холодильник, орешки. Граната пошла. Он туда. Резаю. Ракух, пробуй убивать. Блин! Да. 1-2, можешь сыграть. Нет? Не говори ничего. Медик уёба, блядь, конечно. Меня послушали, как я залез наверх, и меня просто и прокинули сразу, где хая. Ладно, забей, давай. Так же играем. Я сейчас попробую так же... А, нет. Всё, играем, короче, как играли. Аккуратнее играем. Да.
Раунд начался. Верха слышу. КБ вверх. Ладно, да. Окей. Кость, смотри, чтобы не, не зашли к нам, ну, типа, с респи нашей. Прикут под верхний, кройся. Грену кидает куда-то. Пускай выкидывают ресурс. Плен, граната, плен. Меня прокинули, это один. Зашли! Зашли! Дерево трое! Ракух, ты там зря один. Дерево сейчас правой клавишей прокиньте. Бомба установлена. Граната! Я обработаю твои раны. Просто стой смирно. У нас слева стоит, то есть. Попробуй убить. Осторожно! Бля, флешка. Сережа, нахуй! Че, хуёвая, да? Да ты меня прям full blind, блядь, я не видел, куда бегу вообще даже. Установите бомбу. Так, ладно, забыли, отпустили. Идем однерку. Кто дугу. Я дугу дым дам. Кто даст дым под респу? Я под респу. Окей, все. Заходим в единицу, просто ебем там медика одному плунту и все. Максимум Алик еще там, там будет. Снайпер прыгает на такие часы. Да, похуй. Убьем его. Бомба взята. Граната респу пошла. Дым, быстро. Граната! Осторожно! Знаю. Кинул. Ой, вроде бы респу кинул. Алик прокатился один по респу. Пиздец, ты прокинул. Попадал! Он прокидывает, стой, не ставь, не ставь! Сейчас. Дай броню. Спасибо, да, оба к нему будет. Точно слышал, брат. Пробуй. На респе. Заходить был сейчас. Идут за плент. Еще у меня дуга, дуга. Ящик! Алик за плентом. Ящик! За плентом Алик стоит. Хорош! Респа, респа, подвал, подвал последний! Да. Он будет резать, Сереж! На ресе ворвись! На ресе ворвись, подвал! Он тут лежит перед тобой! Сереж, на ресе ворвись, ну не сейчас! Так он видит! Так ты должен был ставить пленту, блядь! Через смог просто, когда он услышал бы этот резурек, ты бы вышел просто и ёбнул его, и все. Врагу удалось обезвредить бомбу. Пикуль, да и инженером особо не убивать. Играл лучше садом тогда. Или возьми снайпера второго. Возьми снайпера второго, он одет? Не, лучше сэда бери. Подожди. Да, так, что делаем? Тихо. Одет. Снайпер одет? Да, да, да. Бери снайпа. Куда идем? Так же. Раунд так же один залетаем. Бомба Сережа, киньте дым дугу. Сереж, ты дым дугу дай. Ты дым дугу дай. Он легче кидается. Осторожно, граната. Кинул, не? Пошли. Кинул. Я убил фланку снайпера. Все, хватит, стой. Сейчас будет план прокидывать, стой. Бомба установлена. Спину не слышу, Кость. Спина, что ли, Кость? Спины, возможно. Граната! Прошел, прошел, прошел. Лучшие. Все лучшие. Противника убиты. Мы победили. Установите бомбу возле одного из объектов. Так. Угу. Пойдем двоечку. Я с медиком. Ой, я с ликуаром. Нет, Ракудакин с ликуаром наверх двойки. Мы идем да. Двойку низу. Понял, понял. Я дым дам на этот. Я дам наверх. Так не спрыгивай. Не-не-не, я никуда. Брат, мы не, не разручны с тобой. Ну здесь я попаду. Тут у нас чел в упоре. Сережа, куда выходишь? Команды выходить не было, блядь. Пошли! Ну что-то в спину пойдет. Убейте! Сережа, блядь!
хочу пить! Респа! Респа! Ракух. Он же. Враг уничтожил нашу команду. Сережа, нахуй ты меня-то ебашишь? Взорвите. Я тебя не убивал, в смысле, взрыватель. Посмотри, блядь, взрыватель нахуй. Крушитель это сделал. Спокойно, давайте, что делаем, Костян? Так же? Не спешите, когда мы остаемся там в 2, в 3, типа такого. Да ну один в 3 проиграли, блядь, этот пиздец какой-то. Ну. Раунд начался. Да у нас Ракутаги, он, блядь, не понимает ничего, когда орут все. Бомба взята. Я поэтому говорю тихо, блядь. Вы все равно дальше продолжаете флудить. Я его вполне понимаю, блядь, когда орут, я сам не могу играть. Граната! Проходите. Блять, за плантом АВП. Прокиньте сюда хаешки все, блять, он умрет. За плент. Очень долго. Бля, их надо резать, Дикар. Нет, не надо. Спина. Я убрал меда. Бомба потеряна. Ну, хорош. Анжерия. Давайте у тебя прыгнут. Не знаю. Они не резали пол. Ты что, наш верх, что ли? Ну дальше пойдем. А не, там снизу стоят. Так, сейчас пойдем еще раз один, короче. Я вылечу тебя. Да 2 в 4, ну попробуйте разыграть. Ну это нормально. Наш верх, наш отряд разбит. Мы проиграли. Установите бомбу. Ладно, спокойно, одерочку, что делаем, Костян? Одерочку. Бля, ты же сказал медика уберешь. Да забей. Играй медом, я взял инжа. Сейчас один идем. Смог дугу, Сережа. Окей. Раунд начался. Бомба взята. Снайпер дуга. Ты задумил его? Верх есть. Верх КВ. Осторожно. Верх КВ, медик. Резай. Куда? Осторожно. Игрок бомбы избит. Хорош пикуль. Я, блядь, не знаю, я не попадаю совсем. Все, да, нормально, надо выиграть. Пикуль, мы с тобой на двойке. Давай. Тащите, тащите. Я в план сяду. Не паузу взять. Ладно. Раунд начался. Не взорвись только на моей мини, пожалуйста. Стараюсь. Пикуль подъехал. Я не видел. Откуда? Заходит, заходит, блядь. Граната пошла. Граната! Не знаю, минуты тишины. Ну, думаю, есть идеи какие-то? Я готов послушать. Мне не залетело, блядь. Я мог бы этого инжа второго забрать, мне просто не залетело. Но проблема то, что мы в защите на единице умираем, блядь. Как бы я ни стрелился, то на бочку, то за плантом. Нет, вы должны играть в планту. За бочкой нет смысла вставать одному. Вот я и говорю, мы сейчас пункт установим. Даже вдвоем за бочкой нет смысла вставать. Мы все равно сдохли. Да, я не смог тебе резать. Я не появился, я просто сдох. Ну это очевидно, что хаешки когда прилетали. Вот такое. Ну да, ну как бы и время просто было. Просто там мало. Типа чел не вышел, я сдох. Вот он ты прикол, он за это и стоял. Хуйтой. Сейчас, короче, мы будем с приколем сверху играть. Вы также. Я проебал этот момент. Играйте в закрытую планту. Или вообще давай Костя наверх с пикулем. А мы на единицу. Давай. Втроем. Я думаю, так будет продуктивнее более. Поехали. Защитите. Мы в закрытую играем, ребята. Не на бочку никто не встает никуда. Я играю за плантом, вы с Сережей планту прям. Я не убиваю, я не понимаю, почему, сука. Раунд начался. Очень сложно понять, почему.
Вверх. Вверх хорошо? Да. Центр. Квадрат пушим, квадрат пушим. Пушу, пушу. У вас есть. У вас много вверх. Убейте у меня! Резать. Еще центр. Центр двое, центр двое. Два в два вы. Все, подвал по ласт, подвал ласт. Подвал, медик, медик, подвал. Вышел, он вышел из подвала, резать будет скорее. Сереж, иди быстрее к нему. Стой, не спешите. Сереж, у тебя он под тобой, у тебя прям перед тобой. Внизу. Он будет пытаться. Ну в смысле он, блядь, в квадрате. Ага. Кость, 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 убьет сейчас. Все нормально. Кость, стой с пистом. На размен Сережу выпрыгнул. Хорош! Сережа, блядь, убийца нахуй. Сори, сейчас запушу, блядь. Сори, кого? Нормально, нормально. Так же играем. Как вот вы вдвоем наверх, мы на единицу. Да, да, тут Мордит, сиди просто и все. Двойку, двойку, слушай. Закидываю дома. Все, два души уже. На бомбе. Блин, отрезали. Правильно, подстреливайте. Они еще сидят там. Иди ко мне, правой клавишей упор прокинь. Правой клавишей со мной упор прокинь, алло. Кто-нибудь, ну пожалуйста, блядь. Упор медик у меня. Ребят, я пробую выходить, слышите? Стой. Выходим. Еще, еще за плунтом. Я вам два опен фрага дал, блять, у вас всех разъебашили. Я стрельжерей убили. Защитите стратегические объекты. Там дыма не было, никто не делал. Костя, иди играйте в планту с медиком. Двойки. Давай, пробуем. Вообще, знаете что, если это не... Ну, а, нет, ладно, играйте просто в планту. Раунд начался. Вышел что-то на один, может быть они наверх залезли, но не факт. Добей. Я кого-то лучше один, блядь, слышу. Слышу, слышу кого-то. На шифте идут на один, по-моему. Кто-то. Прокидали в один. Скиньте дым. Стой. Граната пошла! Граната! Осторожно! Граната! Граната! Они просто раскинули и встали. Это двойка. Заплатили. Вы прям под респой играли, что ли? Вам нужно было за пунтом и в пунту. Граната пошла. Бомба упала. Бреха. Да, я помогу. Свою на месте. Тихо, тихо. Вы можете за план встать. А, закинули, защитите стратегические объекты. Они правы, идите сейчас вверх, идите. Пойдем единицу выбьем хоть раз. Мы втроем на двойку. Просто встанем и не будем шевелиться. Втроем на двойку. Нихуя не понял. А, нет, 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 нет. Мортит один на один, иди. Начался. Мы на двойку идем остальные. Мортит на один, мортит на один. Понял, понял. Мортит аккуратнее, да, но за плантом играй. Да, ты просто сиди в подвале, слушай единицу. Я так и хочу. Вообще один вообще пока тихо, да. Они по верхам сели. Что это прокид был, куда? Что-то вроде на один, но непонятно пока. Они сейчас заходят, нет? Один. Дымы дали. Идут. Оставьте я хаешку. Хаешки оставьте. Да-да-да. Ставят, ставят. Я в спину играю, ребята. Бомба
бомба. Давай, Гор. Давай, хаешки, все в план. У меня дуга, дуга! Два в один! Дым, дым! Вместе играйте! Молодцы, не пусть! Лучшие, блядь! Мы можем забирать это дерьмо? Можем, бомба успешно обезврежена. Да-да-да, да, сейчас сделаем то же самое. То же самое. Короче, я а, стоп, нет, мы не то же самое делаем. А, сейчас пикуль с ликуаром наверх. Рой Кутагин, ты кидаешь дым наверх двойки. Я кину дым под респу, и мы заходим. Добро. Сережа, мы сначала... Да, мы двойку идем. Сережа, мы с тобой прокинем за холодос справа нычку медика, понял? Хаешками из клумбы. Нет, я же... Пикуль, блядь, пикуль! На пацан! Стой, ракуха! Да ебаный брод, что вы делаете, блядь? Дым не сработал, я не знаю почему, я точно не знаю. Отмена нахуй, пошли один быстро, Быструю заходим, ставим. Заходим? Да, тут не будет никого, они стянули. Резай! Может подвал пойдет. Я слышал там. Кто-то точно был. Стой! Лучший! Лучший! Как делали предыдущий раунд? Послушайте внимательно, да. Пожалуйста. Рокутагин подвал слушает единицу. Пикуль или Куар наверх двойки. Ой, наверх центра, мы с Серегой на двойке. Тише. Да вы не слушайте, потому что нихуя, блядь. Я предыдущий раунд сказал, вы нихуя не услышали. Сереж, встань за план. Не худите. Тишину сейчас. По двойку топай. Двойка будет. Вверх отдымили, в респу спрыгайте быстрее. Иду к вам. Планту. Я сказал в респу прыгать, нахуй вы спрыгнули в нычку. Так я в респу спрыгнул, меня сверху убили. Я прыгнул. Я за плент промахнулся. А, пикули ликуар, наверх единицы. Ой, двойки, наверх двойки. Мы вверх рашим втроем. Угу. Я, Рокутагин и Серега. Добро. Пока. Бери план. Я возьму. Раунд начался. Бомба взята. Рокутагин, куда? Наверх. Я смотрю просто лестницу. Серег, стой. Готов? Пикай. Да. Давай, выходи. Вверх чекаем. Спалили меня, дай хп. Ну, баночки, скорее всего, вошел в стейк, я туда прилетела. Ну, гоп! Ребята, ликуар и пикуль, спрыгивайте быстрее в респу, уходите на пацаты единицы наверх. Пачку забери. Бомба потеряна. Бомба взята. На пачку, наверх единицы залазьте. Фиксируйте снайпера. Снайпер будет под респой. Снайпер будет под респой. Костя, убей снайпера под респой, скорее всего, он будет там. Мы спрыгиваем в квадрат, заходим один. Давай, прыгаем. Бля, я не вижу, а я не вижу. Возможно, стоит. Лонтун, медик! Убил! Заходите! Я ставлю. Фак, ёлка. Бэм. Противника убиты. Мы победили. Защитите стратегию. Тот же раунд, как я говорил, так же делаем все. Сработает, я говорю. Только не заплат, дай другую позицию. Любую займи, какая тебе удобно. Агрессивно или пассивно займешь? Да я в пленту займу. Окей. Раунд начался. Наверху? На один слышу. Наверх, ковырь. Спрыгивай в двойку. Спрыгивай. Ага. Сереж,
это двойка будет? Да, Рокутагин в подвале сиди. Я слышу вверх. Это не факт, что двойка будет. Серёж, если я прыгать будут, скажи. Окей. Пикуль, с ликуаром занимайте респу, респу не отдайте, главное. Я смотрю. Они, скорее всего, обратно выйдут в КВ. Один пока вроде не слышу я. Я слышу их прям как топают. Когда спрыгать будет, скажи. Сейчас кто-то близко прям. В квадрате вроде слышу их еще. Вот они, скорее всего, с квадрата выйдут в один. И наверху один останется. Один идут заходит. Один идут. Вверх отдымите. Вверх в центр отдымите. Пойдем в спину спихать. В спину со мной кто-то. Наверху иди, давай. Сарика забрал. Хороший. Я с тобой играю. Я гранату план даю. А, на зелени стоит чел. Вот я еще справа не играл. Играйте. Убил вам дерево, убил вам дерево. Блять. Красавцы, пацаны, вы лучшие. Хорошо. Вы лучшие, да, я вас люблю. Мы эту хуйню выиграли. О, господи. Бля. Блять, почему против нубов я играю в минус, а тут я нормально играю. Да ну на. Просто лучше. Пацики удалят игру после того, как чуть-чуть выиграл. Эта катка обязана быть полной на канале, я думаю. Вот прям без единой вырезки нахуй. Таких выиграли, блин. Колобков, я просто... Ну вот, а после этой катки мы уже, собственно говоря, победили. И на следующей катке мы отлетели в этом турнире. И он для нас закончился. Против нас была явно команда на голову выше нас. Да и у нас ни у кого особо игра даже-то и не залетела. Ну, в общем, надеюсь, все эти наши приключения ютуберские вам понравились. Удачи!